Годзилла! Российские женщины, возможно, скоро не смогут купить себе сигарет. В Госдуме рассматривают законопроект о запрете продавать сигареты женщинам до 40 лет и матерям в присутствии их малолетних детей, вне зависимости от того, сколько... Просто снасть какая, о, блядь, долбоёбы, ёб твою мать, шахматисты, нахуй, заебись, блядь. Thank you.
скотина ебаная, блядь. Блять, скотина ебаная. Блять. Блять. Смотри, надо ехать на такой скорости. Thank you.